Вкусное меню предлагает приготовить сегодня очень вкусную шаурму с корейской морковкой и курицей. Какие продукты нам потребуются? Лаваш 2 упаковки, грудка куриная 3 штуки, капуста примерно 200 грамм, морковь по-корейски 200 грамм, огурец свежий 2 штуки, огурец маринованный 6 штук, помидор свежий 2 штуки, и сыр твердый 150 грамм. Для соуса мы возьмем кетчуп, сметану и майонез по 3 столовые ложки, паприку 1 чайную ложку, чеснок 1-2 зубчика, укроп 1 пучок, растительное масло для жарки, соль и специи по вкусу. Как приготовить шаурму с корейской морковкой и курицей? Разрезать куриную грудку вдоль, прикрыть ее пищевой пленкой и слегка отбить. Затем мясо порезать на тонкие полоски, посолить, поперчить, посыпать специями и хорошо перемешать. Сковородку необходимо разогреть с растительным маслом. Выложить кусочки куриного филе и обжарить со всех сторон до румяной корочки. Тонко нашинковать капусту. Посолить и хорошо помять руками, чтобы она пустила сок. Свежие маринованные огурчики нарезать тонкой соломкой. Помидоры помыть и порезать не очень мелко. Сыр натереть на крупной терке. Приготовить соус. В миске соединить майонез, сметану, кетчуп, паприку, чеснок, пропущенный через пресс, и мелко порезанный укроп. Все перемешать. Соус готов. Каждый лаваш разрезать на 3 части. У вас получится 6 порций шаурмы. Центр каждого из отрезанных кусков лаваша смазать приготовленным соусом. Затем выложить капусту. Поверх капусты выложить корейскую морковку. Далее идут кусочки курицы. На них поместить свежие маринованные огурчики. Выложить кусочки помидора и полить все небольшим количеством соуса. Сверху посыпать сыр. Свернуть лаваш с начинкой в плотный конверт. Выложить готовую шаурму на противень и запечь в разогретой духовке, прогретой на 180 градусов, примерно 10 минут. Вкусная, сытная шаурма с корейской морковкой и курицей готова. Приятного вам аппетита!